Всем доброго утра. Мы сегодня немножко запозднились. Забежали в каблучок, купили вот такие грудки утиной, масолик Баксику взяла. Да, и вот угощаемся. Так, Васька, подожди. Мне неудобно одной рукой. На. На. Кусай. 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 Да что ж такое-то? Он не завтракал еще. Сейчас вот перекусим, скажи, и домой. Ай! Васька, погнали. Я вчера так уработалась, что не снимала ничего и вообще очень уставшая была. Пойдем домой. Пойдем, 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 пойдем. Сегодня решила даже попозже пойти. Сегодня у меня клиентка в 12:30. Вот я к 11 пойду. Время 9:30. Идем. Просит, просит. Он все смотрит вот на эту стоянку, откуда папа уезжал в Москву. Да, Васюль? И все. Выглядывает машину, папу выглядывает. Высматривает. Здесь они уезжали отсюда с Максимом. Да, Васюлечка? Пойдем. Пойдем, маленький, пойдем, пойдем. Не-не-не-не, домой, домой, домой. Тяну его. Всю дорогу хнычет. Я тебе сейчас оглушу людей. Выходи. Выходи. Домой. С Баксиком гуляли, было тепло. А муж прислал фотографию. Не фотографию, даже видео. А, снег метет, не кроссовки. И, короче, иду сейчас на работу. И тоже мелкий снежок такой. Прям мелкий-мелкий. Короче, заразил нас снегом. Но идет тепло, и в Москву тоже. 12 градусов будет. Так что все опять в Москве растает. А я опять думаю, да что такое течет прям по дороге, да такими потоками. А оказывается, опять здесь лужу разгоняют. Ритуал уже такой. Трактор разгоняет лужу. Смотрите, разгоняется. Убирает воду. Зашла в парикмахерскую. У меня здесь так вкусно пахнет. А почему? Потому что стоят вот те палочки. А, шоколад, кокос. Вот там ароматизатор, диффузор. Вчера убежала. Надо все обработать. Здесь-то я все вытерла. А, и здесь. А инструменты у меня сейчас в раствор и сухожар. Зашла в красное и белое. Ну, себе взяла вместо хлеба вот такие вот. Как они, хлебцы называются, да? Да, пшеничный люкс. Хлебцы хрустящие. Ну, что еще? Семечки на вечер перед телевизором на кухне. Мартин солененький. Так, что же я еще-то взяла? А, вот такой формат шоколадка бабаевский. С грушей, миндалем. Вкусняшка. Это кофе. И молока. А, вот такие орешки я еще беру там. Красным-белым миндаль, кешью, фундук, арахис и изюм. Изюм, причем несколько видов, какой-то черный, коричневый и белый. Вот, и молоко. Вот, молоко, тоже кофе. Все, все мои покупки, больше мне ничего не нужно. А это я принесла полотенчики сюда, чистенькие. Все, разуваюсь, переобуваюсь. И работать. Сын оставляет в квартире очень много всего в Москве. И кухонный гарнитур, посудомоечную машину, стиральную машину, плита, духовка, все будет. Холодильник, маленький диванчик, кровать, шкаф, комод. Это я вот все так вот. Говорит, мам, все оставляю. Нет телевизора. И сейчас нужно подкопить на телевизор и купить в Москву телевизор. Ну, сын будет покупать. Вот. Так что надо работать. И работаю и в субботу, и в воскресенье. Но у меня так и будет. Я буду здесь жить, буду работать. И буду в Москву набегами. Вот надоело все, устала. Съездила, отдохнула в Москву, погуляла. Пожила в своей квартирке. 33 квадрата. В которой есть спальня. В которой есть гостиная с кухней. Достаточно. Так что вот так, так и буду жить.
А еще хочу показать, какие ручки вчера ко мне пришли. Как бы я не сфотографировала до, а только есть после. Единственное, что, девочки, сильно не судите строго, пыль плохо вытерла в боковушках. Фотографии сейчас выложу.